Тема сегодняшней лекции – интересы классов. Интересы классов. Прошлая тема у нас была посвящена производству. Производство, как мы знаем, теперь – это процесс присвоения предметов природы в рамках определенной формы общества и посредством нее. И это, конечно, определение собственного производства, то есть материального производства, производства материальных благ. И хотя некоторые думают, что они в другой сфере, что они не имеют отношения к производству материальных благ, что они в сфере духовной находятся, или в сфере услуг они находятся, то есть в сфере непосредственного действия на человека. С одной стороны, это так, а с другой стороны, для того, чтобы заниматься науками, искусством, для того, чтобы оказывать какие-нибудь услуги образовательные, медицинские и другие, надо есть, пить, одеваться и иметь крышу над головой. Поэтому таких людей, которые бы никоим образом не касались производства или обошлись бы без производства материальных благ, нет. Только положение в производстве у всех разное. Одни являются производителями материальных благ непосредственно, другие организовывают работу тех, кто является непосредственным создателем материальных благ. Третьи занимаются распределением материальных благ. И при этом распределение очень часто получается, что те люди, которые распределяют, получают больше, чем те, которые создают. Более того, очень часто получается так, что те люди вообще, которые не создают и не трудятся, получают гораздо больше, чем те, которые создают материальные блага непосредственно. Например, если вы сравните, скажем, заработные платы, которые у нас есть в России, с тем, сколько получают те люди, которые являются акционерами каких-нибудь компаний крупных, то вы увидите, что люди, которые сами непосредственно материальные блага не создают, тем не менее имеют богатство, многократно превышающее те доходы, которые есть у непосредственных производителей материальных благ. Ну вот если вы возьмете там наших крупнейших долларовых миллиардеров, таких как Лисин, Абрамович, оценка их богатства, она все время меняется, и эту оценку дает журнал Forbes, там Потанин и другие. И эта оценка в десятках миллиардов долларов. Вот картина, которую мы наблюдаем. А почему можно сказать, что каждый находится в, так или иначе в материальном производстве? Потому что производство имеет целый ряд фаз. Если вы производство берете не как единовременный акт, вот произвели и все, тогда, конечно, тогда к этому производству многие вообще не имеют никакого отношения. А если вы имеете в виду процесс производства, взятый как непрерывный процесс, как непрерывное производство, это уже воспроизводство. И вот воспроизводство – это такой процесс, в котором каждый какое-то место занимает. Например, все, кто не занимается непосредственно производством материальных благ, по крайней мере, являются потребителями. А фазы, которые имеют воспроизводство, они перечисляются следующим образом. Это производство, обмен. Хотя обмен есть не во всех обществах. При первобытно-общинном коммунизме обмена не было. И обмена не бывает при коммунизме, вышедшем из капитализма. Ну, когда заканчивается переходный период, и есть единая собственность, то движение материальных благ в рамках одной и той же собственности никак нельзя обменом назвать. А та деятельность, которая снова собирает разделенный труд и создает единый продукт, как продукт большого числа людей, называется как кооперация. Кооперация – это совместная деятельность. Совместная деятельность в рамках единой общественной собственности никак не может быть названа обменом. По поводу нее Маркс, например, писал, что всякий непосредственно общественный или совместный труд – осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое обеспечивает согласованность индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом.
То есть вот, развитие производства выделило такой труд, который необходим, так же, как необходим дирижер у достаточно крупного, большого симфонического оркестра. Вот Маркс и пишет, что отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в дирижере. А как определяется кооперация? Кооперация – это такая форма труда, при котором много лиц, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Вот что такое кооперация. Кооперация. Ну вот, значит, вторая фаза производства, взятого как постоянный процесс, как воспроизводство, это или обмен, или если нет тут обмена, то этой фазы нету, есть распределение. А вот распределение всегда присутствует. Как распределяются те материальные блага, которые произведены? Те люди, которые производятся, они в обществе, которое имеет развитый общественный характер, как правило, являются такими продуктами, которые носят общественный характер. То есть никто не может сказать, что это мой продукт. Одной простой причине, что он является продуктом труда очень многих людей, сотен, а иногда и тысяч людей, которые выступают с агентами этой кооперации или через обмен участвуют в разделении труда. После распределения еще идет одна фаза воспроизводства – это потребление. Таких людей, которые бы не участвовали в потреблении, в чем бы они еще участвовали, это не имеет тут значения. Таких людей, которые не участвовали в потреблении, нет. По какой причине? По той простой причине, что человек – это, как мы говорили, это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Но если мы остановимся на первом, что это животное, поскольку человек – это животное, биологический организм, он без потребления, материальный благ, без потребления пищи, без того, чтобы он был укрыт от непогоды, без одежды, без жилья, он без этого существовать не может. Поэтому вот Маркс и Энгельс и подчеркивали, что надо сделать все необходимые выводы из того обстоятельства, что для того, чтобы заниматься наукой, искусством и так далее, нужно сначала обеспечить материальные блага, удовлетворение самых элементарных жизненных потребностей, иметь одежду и кровь над головой. Без этого никакой другой деятельности быть не может. Но эта деятельность может быть разделена. Потребляют все, а производят некоторые. И это совершается с самого начала. Даже если вы возьмете первобытный коммунизм, то, скажем, дети, они никак ничего не производят, они только потребляют. Пожилые. Поскольку они ничего не производили, то в первобытном общинном коммунизме эта проблема решалась очень просто. Либо старики сами умирали, либо уходили. Так сказать, чтобы не возлагать на общину вот таких обязанностей по содержанию их, тогда, когда даже младенцы плохо содержались еще, нужно было обеспечить пропитание для действующих или будущих действующих лиц самой первобытной общины. Поэтому вопрос о потреблении – это вопрос, который затрагивает всех, и в этом смысле все находятся в производстве. То есть производством пользуются все, плодами производства пользуются все, все живые. Те, кто никогда не пользуется плодами производства, хотя бы там частного, хотя бы индивидуального, и кто не пользуется плодами производства, они, как говорится, долго прожить не могут. Не могут, не более 40 дней. Ну и, соответственно, этому у каждого человека разное свое особое положение в производстве. У одних одно, у других другое, у третьих третье. Одни непосредственно занимаются производством материальных благ. И то здесь есть подразделение одни, производство материальных благ занимается в городе, в промышленности. Другие производство материальных благ занимаются в деревне, в сельском хозяйстве. Это крупное разделение труда. Если мы возьмем людей, которые заняты в городах,
и в селах, но не заняты физическим трудом, трудом по производству материальных благ, они могут заниматься трудом духовным. Это учителя, это представители искусства. Или они выполняют определенные услуги, транспортные, пассажирский транспорт, или медицинские, которые обеспечивают нормальное воспроизводство человеческого организма. И клятва Гиппократа обязывает врачей, не спрашивая о том, кто он, что он, за что он борется, против чего борется, помогать каждому, кто заболел или кто нуждается в медицинской помощи. Это учителя, преподаватели, которые обеспечивают, осуществляют услуги образования. Это ученые, которые пытаются делать научные открытия, в которых нуждается все общество, но сами по себе открытия не продвигают вперед ни производительность труда, ни производство, пока они не внедрены. А если они внедряются, то, соответственно, этому происходит и развитие производительных сил общества в целом. Поэтому, с одной стороны, разделение труда отделяет один труд от другого, а с другой стороны, оно обеспечивает общий рост производительных сил общества в целом. То есть каждый человек в системе производства имеет какое-то положение. Отсюда возникает возможность классифицировать людей по тому, какое место в системе производства они занимают, в системе общественного производства. А зачем нужна эта классификация? Классификация нужна в науке, потому что таков ход развития, ход движения любой науки. Наука, любая, сначала не выступает как система знаний, а просто как отдельные знания, как накопление знаний, как накопление полезных сведений, как выяснение того, что правильно, как выяснение того, что помогает, как выяснение того, что способствует, облегчает там жизнь человека. Вот почему говорят «знахари». Знахари – это что-то за люди? Знахари – это люди, которые много знают. Знают, что вот если эту травку применить, вот это может помочь от головной боли, а эта травка поможет от давления высокого, а эта вот травка поможет в случае расстройства желудка и так далее. То есть знахари, они много знают, но из этой вот суммы знаний не вытекает никакой науки, потому что наука – это не просто знание, а это знания, приведенные в систему, потому что наука – это система знаний. А приводить в систему очень сложно, это очень немногие могут делать, и не так много наук, которые сумели привести знания, которые добыты в этой области, в систему. Гегель писал в свое время, что вот пока, в силу своей сложности, медицина, наука еще не стала. Почему? Она знает, что нужно делать в том или ином случае, но вот построить сложную такую систему знаний, чтобы она имела начало как неразвитый результат, и результат как развернутое начало, как удалось вот построить Гегелю науку логики, медицине не удалось в силу сложности ее предмета. И действительно выяснилось, что, скажем, решать какие-то медицинские вопросы, не учитывая проблем наследственности. А вопрос о наследственности, вот он недавно сравнительно стал разрабатываться в науке, и еще в единое целое он не увязан со всем остальным. То есть вопрос о том, как наследственность влияет или как можно повлиять через вот эту систему организации осуществления наследственности на здоровье человека, по крайней мере, в положительном направлении, в отрицательном понятно, что влияние уже оказывается. Как это сделать? Это, вот, так сказать, во многом нерешенная задача. И поэтому пока считать, что такая создана уже встроенная система, мы тоже не можем. В химии вы знаете, что пока не была создана Дмитрием Ивановичем Менделеевым периодическая система элементов, химия тоже еще не представляла собой науки. Но она представляла собой отрасль знаний, дисциплину, которая набрала очень много фактов. Но когда факты набираются, что нужно делать в науке? В науке происходит процесс классификации. Классифицируется все, потому что миллионы или миллиарды фактов требуют того, чтобы произведена была классификация, и чтобы после классификации можно было иметь дело с группами этих фактов. С большими группами, такими, которые позволяют делать выводы сразу в отношении целой группы. И тогда вместо, там, скажем, миллиардов субъектов вы можете оперировать, или миллиардов предметов, вы можете оперировать с несколькими
предметами или с несколькими всего лишь единицами. Такой процесс прошел в биологической науке. Вы знаете, что если вы возьмете и будете рассматривать все виды растений, то их такое огромное число, что без классификации этих растений обойтись невозможно. Есть даже такие классификаторы растений, определители растений. Вы можете гулять по полю или по лесу, открывать книгу и по таким вот параметрам, как вид соцветия, форма листьев, по тому, каков стебель, какое корневище, постепенно приходить к тому, а что, собственно говоря, у вас в руках. Вот мне приходилось со своим дядей, когда я был мальчишкой, ходить, так сказать, в лес, и так мы определили, что вот перед нами валериана, например, или мыльный корень. Хотя мы мыльный корень не знали, какой он, как он выглядит. Но с определителем, с такой большой книгой, мы могли эту задачу решить. То есть ботаника задачу классификации решила, и после того, как она решила задачу классификации, первое, что она делает, сразу классифицирует все растения по тому, какие у него есть признаки, в частности, связанные с воспроизводством. Вот если вы берете семена, или если вы берете определенные личинки или пестики, форму цветков, форму листьев и так далее, вы начинаете видеть, как осуществляется воспроизводство этого вида. То же самое произошло при классификации животного мира. Зоологи как определяют? Есть парнокопытные, есть позвоночные, есть беспозвоночные и так далее. Есть моллюски, есть насекомые. И это та классификация, которая позволяет сначала определить вот этот род, а среди в этом роде уже всякие разные виды и подвиды. Потому что видов насекомых очень много, позвоночных тоже очень много. Причем обратите внимание, что если мы берем животный мир, то такими критериями выделения являются или те средства природные, которыми животное защищается от других особей. Это клыки, так сказать, зубы, копыта и так далее. Или когти. И это те средства, с помощью которых они потребляют. То есть, хоть и говорят, что дареному коню зубы не смотрят, но вообще по зубам можно определить, конь хороший или плохой, и потому, какие у него, так сказать, орудия, природные орудия потребления, то есть чем кормятся эти животные и каким образом, можно их тоже классифицировать. Есть травоядные, есть хищники и так далее. И вот эту классификацию в зоологической науке зоологи провели. В этом смысле можно сказать, что исследование человеческого общества произошла некоторая задержка, связанная с тем, что это более сложный вид животных. Это животные люди, но это более сложный вид животных, и так просто к этой классификации не прийти. И, наконец, французские буржуазные историки Тьерри Менье и Гизо совершили этот вот выдающийся акт открытия классов. То есть они провели классификацию и в области общества человеческого. То есть открыли классы и доказали, что вот общество развивается через эту самую борьбу классов. Как это произошло? А произошло это в связи с приближающейся буржуазной революцией во Франции. Ей предшествовали дискуссии и борьба различных точек зрения по вопросу о том, а кто вообще может управлять государством. Благородные, то есть дворяне, то есть феодалы, стояли на том, что управлять государством могут только благородные люди. Что такое благородные? Если управляют цари, короли, герцоги, графы, бароны, то и дальше должны управлять и становиться герцогами, графами, баронами, царями, королями, их дети, их родственники. А те люди, которые создают материальные блага, вроде крестьян, и те, которые занимаются непосредственно материальным производством,
они не могут участвовать в управлении. В этом смысле устройство феодального общества, оно такое чистое, откровенное, эксплуататорское. То есть есть помещик, феодал, он служилый, он участвует в управлении, есть дворянские собрания, есть разные формы выражения своего мнения, есть разные формы участия в управлении государством. Даже при самодержавии. Мы знаем, что иногда царь управляет своими подчиненными феодалами, как их представители этого класса феодалов. Иногда класс феодалов меняет этого самого царя или короля и ставит другого. И это делается достаточно быстро. Это класс серьезный, образованный, обученный и вдобавок, так сказать, обладающий воинской силой и так далее. А вот есть люди, которые должны добывать хлеб для себя и для других. Они ни в каком управлении не должны участвовать. Никакого управления государством со стороны крестьян не может быть, и даже не может быть об этом и речи. Поэтому, когда появился как бы третий класс, то есть в рамках феодального общества, зародилась уже прослойка буржуазии сначала, а потом она стала все расти, 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 она стала прикидывать, так сказать, решение вопроса о том, а как вот буржуазия-то может участвовать в управлении государством? Но буржуазия для того, чтобы победить вот эту точку зрения, что участвовать могут только благородные, только феодалы или дети феодалов, она должна была представить свой особый интерес как интерес общенародный. Дескать, как вот в интересах всего народа. И те французские буржуазные историки, которые стали выступать против вот этой ограничительной точки зрения феодальной исторической науки, что вот могут управлять только благородные, они стали доказывать, что управлять могут все классы, все представители самых разных профессий, занимающие самые разные положения в обществе. И вот они-то и создали теорию классов. Сказали, что на самом деле в обществе есть разные классы, и каждый из этих классов может участвовать в управлении. Но делить на классы надо не по цвету глаз, не по полу, не по возрасту и не по другим параметрам, а именно по положению в производстве. Вот это великое открытие принадлежит французским буржуазным историкам Тьерри Менье и Гизо, и Маркс, когда он подытоживал то, что он сделал, он говорит, то, что я сделал, вовсе не сводится к открытию классов. Классы открыли без меня французские буржуазные историки, а английские экономисты, имеете в виду Адама Смита и Рикардо, они показали экономическую анатомию классов. То, что я сделал, сводится к трем пунктам, что общество делится на классы, раз, что следовательно, в обществе ведется классовая борьба, что эта классовая борьба приводит к уничтожению, к диктатуре пролетариата, которая есть период уничтожения классов. Вот что я сделал. Всего к трем пунктам. Что вся предшествующая история есть история борьбы классов, что это борьба классов приводит к диктатуре пролетариата, а диктатура пролетариата есть период уничтожения классов. И, собственно, и состоит в том, чтобы уничтожить классы вообще. Вот что сделал Маркс, как он пишет. Следовательно, классификация в общественных науках, классификация в обществе, как некоторые думают, что, дескать, Маркс вот выдумал теорию классов, это неверно. Вот это великое открытие осуществить классификацию в общественных науках принадлежит прогрессивным буржуазным историкам периода, предшествовавшего Великой Французской буржуазной революции 1789 года. Каков принцип деления на классы, то есть каков принцип классификации? Когда мы слышим классы, то мы должны понимать, что речь идет о разделении общества на какие-то большие группы. Вот что значит деление на классы. Какие-то большие общественные. Что значит большие? Ну, большие по сравнению с размерами общества. Потому что одному кажется, что это большая группа, другому кажется, что это маленькая группа.
Ну, а вот если мы говорим, что это сравнимые с размерами, это вот треть общества, четвертая часть общества, пятая часть общества. То есть достаточно большие группы, которые, ну вот, сравнимы как некая часть с целым. По какому принципу? По положению в производстве. Вот в чем состоит открытие французских буржуазных историков, что ведь надо смотреть не потому, что человек говорит, и не потому, как он выглядит, а потому, какое место он занимает во всей системе общественного производства. А какое он может место занимать? Он или непосредственный производитель, он или в городе, он или в деревне, или он представитель физического труда, или он представитель умственного труда. То есть существует целый ряд признаков, которые характеризуют положение человека в производстве. Наиболее обстоятельно эти признаки разобраны Владимиром Ильичем Лениным в такой маленькой-маленькой статье, которая называется «Великой почины», которая посвящена вроде бы другой теме, вопросу о коммунистических субботниках. Но в этой статье вы прочтете и про то, что такое классы, и что такое диктатура пролетариата, и каков период диктатуры пролетариата. То есть как раз в этой статье Ленин обращается к тому, что нужно делать, чтобы развить теорию Маркса и чтобы воплотить эту самую теорию в жизнь об уничтожении классов. Поскольку пролетариат не ставит своей целью увековечения деления на классы, а наоборот ставит своей задачей уничтожение классового деления на общество вообще. Какие это признаки? Вот в этой статье Ленин пишет, что классы – это большие группы людей, которые отличаются по месту в исторически определенной системе общественного производства. Имеется в виду это или город, или деревня, или сельское хозяйство, или промышленность прежде всего. По роли в общественной организации труда. Одни подчиняются, как рабочие там, или крестьяне, они подчиняются. А другие, те, кто организовывает производство, они управляют. Это или маленькие управленцы, или большие управленцы, это или директора, или управляющие, или, как сейчас, менеджеры. Но если вы возьмете даже рабовладельческое производство на больших латифундиях, этот труд нуждался в управлении. Если мы возьмем те архитектурные творения, которые созданы в то время, то совершенно понятно, что без управления, без тех лиц, которые специально занимались управлением и которые осуществляли проекты, разрабатывали проекты соответствующих зданий, сооружений, дворцов и так далее, никакого строительства такого масштаба и такой красоты просто не было бы. Понятное дело, хоть говорят, что вот Исаакиевский собор построил Монферран, но этим самым увековечена роль Монферрана как человек, который, являясь архитектором, создал проект, разработал этот проект, рассчитал все, чтобы этот его объект стоял много лет, практически, чтобы он был вечным. Ну и я думаю, все понимают, что Монферрану немножко тяжеловато было, конечно, одному поднимать вот колонны большие, что, наверное, ему кто-то помогал. И, наверное, все представляют, какая армия работников, которые непосредственно занимались строительством, возводила это здание по проекту Монферрана. Но по принятой в период, когда господствовал феодальный класс традиции, все непосредственные работники остались безымянными. Никто их не поименовал. Осталось только одно слово – Монферран. Или вы, если возьмете такой объект, как Смольный собор, по красоте который, так сказать, превосходит все, что имеется еще в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, то мы знаем, что его создал Растрелли. Ну, то есть Растрелли составил проект и участвовал в организации строительных работ. Эти работы совершались не один год, и участвовали тысячи людей, чтобы создать этот комплекс. Эти люди тоже остались безымянными, и это тоже в соответствии с той традицией, что те люди, которые участвовали непосредственно в созидании, они как бы ничто, а вот тот, кто придумал и затеял, это очень много, и это единственное, что осталось на слуху.
Хотя и те, и другие заслуживают того, чтобы упомянуть их на самом деле, и так бы и надо было делать. Но у них разное место в системе разделения труда и разные отношения к тем, кто занимается только умственным трудом, и к тем, кто занимался трудом физическим. Так вот, первый признак, который говорил Ленин в своем определении классов, что это большие группы людей, которые отличаются по месту в исторически определенной системе общественного производства, то есть город или деревня, по роли в общественной организации труда управляющий или подчиненный, по отношению к средствам производства, большей частью закрепленными в законах. Не обязательно закрепленными в законах, но они, то есть по собственности на средства производства, по отношению к средствам производства. По роли, по размерам и способам распределения той доли общественного богатства, которые они располагают. То есть важно еще четвертый признак – это размер той доли, которую они получают в результате распределения первичного, вторичного или третичного и так далее. И, наконец, способ распределения очень важен, потому что, скажем, одним платят из фонда заработной платы, а другим платят премию за экономию фонда заработной платы. И вот на этой уже почве имеется некое противоречие интересов тех, кто организовывает труд, и тех, кто непосредственно занимается материально-производительным трудом. Пять признаков. Место в системе общественного производства, роль в общественной организации труда, отношение к средствам производства, по собственности на средства производства, по размерам общественного богатства, которое они получают, и способом распределения этого богатства. Пять таких признаков. Но это, так сказать, раскрытие тезиса о том, что классы делятся по положению в производстве. Это раскрытие нужно для того, чтобы понять, а что же нужно для того, чтобы преодолеть классы или классы уничтожить? Что значит уничтожить? Не людей уничтожить, а деление на классы уничтожить, имеется в виду. Для этого нужно, во-первых, ликвидировать частную собственность на средства производства. И Ленин пишет в своей работе уже тогда, когда частная собственность ликвидировалась. Процесс уже шел. Но этого мало, говорит Ленин. Надо еще уничтожить различия между городом и деревней. А как его уничтожить? Надо, чтобы в городе был также такой же хороший воздух, много было очень растений, чтобы нас окружали цветы и деревья, парки и сады. Они умирали в городе от, так сказать, того, что тут высокая загазованность, что их не удобряют, не обеспечивают нормальное воспроизводство этих растений. А что такое растение? Это источник кислорода, которым дышат горожане. И тем самым получается, что горожане лишены того, что дает природа, что дает, так сказать, растения, с которыми непосредственно человек живет и общается. И надо, чтобы был преодолен идиотизм сельской жизни, как подчеркивал Маркс, потому что люди оторваны от культуры, от науки. И даже сегодня, когда мы говорим, что есть интернет, что можно посмотреть и так далее, вы можете посмотреть, но вы, наверное, знаете, большая разница, скажем, для того, кто слушает музыкальные произведения. Одно дело, он посмотрел вот по телевидению, даже если он имеет какую-то технику специальную, воспроизводящую с колонками, все равно это не то же самое, чтобы находиться непосредственно на концерте, в концертном зале. И понятно, что если концерт, вот недавно, у нас совсем недавно, 25 числа в Санкт-Петербурге, Ленинграде, в концертном зале Мариинского театра состоялся концерт пианиста, который занял первое место, получил золотую медаль на недавно состоявшемся конкурсе имени Чайковского. Маслеев. Ну, ясное дело, что человек, который не живет в Ленинграде, он доехать из Ленинградской области и обратно приехать в Ленинградскую область, если он не во Всеволожске живет и не в ближайшем пригороде, он уже не сможет. Хотя и очень многие концерты
они и не записываются, а если записываются, они транслируются, а если транслируются, не всегда качественно, и поэтому и сейчас чувствуется этот разрыв. Это касается и качества образования. Вот мне приходилось учиться на математико-механическом факультете нашего Ленинградского государственного университета, и я помню, что вот те люди, которые учились на двойке, перед ними ставили такой вопрос. Вызывают деканаты, говорят, так, ну мы вас отчисляем, или вы едете учителем в сельскую школу. Тогда он поработает учителем в сельской школе какое-то время, и после этого его восстанавливает, и он начинает снова как студент учиться, продолжать. Ну, я думаю, что есть разница. Одно дело, вот, скажем, здесь учителя, которые в городе Ленинграде работают с высокой очень квалификацией. Я, например, учился в обычной 366-й школе с производственным обучением Московского района и поступил на математико-механический факультет, так сказать, без каких-то курсов особых или без каких-то там особых каких-то занятий внешним образом организованных. Я пришел и поступил. Ну, совершенно понятно, что вот так человек приедет из села и может не поступить. Хотя, как вы понимаете, таланты рождаются не так, что их много в городе, а и мало в деревне. Наоборот, может быть, и в общем они распределяются более-менее равномерно по стране. Вот почему. Вопрос о преодолении противоположности между городом и деревней очень серьезный и крупный. И его быстро не решишь. Его не решишь путем революции. Вот вы революцию сделали, построили социализм, у вас общественное собственное средство производства, а различия между городом и деревней колоссальные. Я помню, поскольку я родом из села Староклинского, Первомайского района Тамбовской области, что мы приезжали к своему, моему деду и к его дочери, и мы привозили туда белую красносельскую булку, или, так сказать, мы сайки привозили, которых они не видели никогда в своем магазине. Там был только черный хлеб. И черный хлеб еще пекли они сами, такие круглые хлебы. А то, что мы привозили, для них было как пироги, как новость. То есть мы, которые никакого отношения к сельскому хозяйству не имели, отец у меня работал на заводе, мать работала учительницей в школе математики, мы никакого отношения к этому не имели. Мы ели белый хлеб, а они, и черный хлеб, само собой. А они белого хлеба не видели, кроме как вот тогда, когда мы им привозили. И это было всего в 11 километров от районной станции, которая называется Богоявленск, и город Первомайск, небольшой, Первомайский район. Эти различия были, и они остаются. А сейчас они, вот это вот движение не только не продолжается, оно остановилось и пошло вспять. Противоположность между городом и деревней в современной буржуазной России, к сожалению, растет. Второе. Различие между людьми физического и умственного труда. Одни люди занимаются только трудом физическим, главным образом, другие только умственным, главным образом. Одни люди вынуждены заниматься трудом монотонно, во вредных условиях, в условиях, так сказать, вибрации, шума, загазованности, запыленности, вставать, скажем, в 4 или полпятого утра, как это делают водители хлебных машин или водители трамваев или троллейбусов, которые выходят на линию, и вынуждены иметь сменную работу, которая очень разрушает человеческий организм, потому что вечер, день, ночь, вечер, день, ночь. И человек никак не может приспособиться к этому режиму, и организм никак не может приспособиться, как биологический организм, к этому режиму. У человека расстраивается нервная система, он заболевает, комплекс болезней у него расширяется, и эта вредная работа приводит к раннему старению и к тому, что продолжительность жизни у людей физического труда значительно меньше, чем у людей умственного труда. А что значит, что вот люди некоторые имеют льготы и выходят на пенсию не в 60, а в 50 лет? Это означает, что они к 50 годам изнашивают свой организм настолько, что он настолько же изношен, как у других 60 лет.
Вот, скажем, у меня отец работал в литейном цеху, он вышел на пенсию в 50 лет и через полмесяца умер. И я его уже пережил, считайте, на 20 лет. Я на 20 лет старше своего отца. В чем разница? Ну, разница в том, что я в другой сфере работаю. Ну и как можно это вот различие уничтожить? Быстро его никак нельзя уничтожить, потому что для того, чтобы уничтожить различие между людьми физического и людьми умственного труда, нужно не само различие уничтожить между трудом, физическим трудом умственным. Они всегда останутся, потому что технологическое разделение труда всегда останется. Его никогда не уничтожите вы. А вот сделать так, чтобы оно не было определяющим для человека в целом, для всей его жизни, это можно сделать. Для этого надо, чтобы рабочее время было меньше свободного. А сейчас рабочее время занимает столько времени у человека, что свободное время исчисляется единичными часами, а то и меньше. И люди, которые вроде по долгу службы должны были заниматься, обучаться и развиваться, этого времени не имеет по разным причинам, в том числе по причинам того, что они должны зарабатывать деньги на свое существование. Без этого они даже, будучи зачисленными в университет и даже зачисленными в магистратуру, не могут обеспечить свое существование. Вот почему вопрос об сокращении рабочего времени, увеличении свободного времени, а свободным временем называется не внерабочее время, а то такая часть внерабочего времени, а внерабочее время – это время, когда человек спит, когда человек ест, когда человек моется, когда человек моет посуду, убирает там постель, убирает дом, или что-то ремонтирует. Это все то, что связано с продолжением материального производства в мелком домашнем хозяйстве. А свободное время, по Марксу, и это время для свободного развития. Если человек, как говорится, он, я потом тупо сижу у телевидения и у телевизора и балдею, это не свободное время, потому что он не развивается, а деградирует, в том числе рядом с телевизором. Телевизор может помочь развитию, но для этого надо найти соответствующую программу, а для этого надо, чтобы они были. И программы у нас очень много самых разных, от тех программ, которые действительно развивают человека, нельзя сказать, что их большинство. Скорее, можно сказать, что они составляют меньшую часть. А в основном вы открываете, там стреляют, убивают, режут, прыгают с домов и так далее. И что? Это к чему, собственно говоря? Для чего делается? Это делается для того, чтобы играть на дурных чувствах толпы. Потому что оторваться от того, как убивают, иногда бывает очень трудно. Вот это смотрят. Вот представьте себе, как только где-нибудь авария, и кого-то задавило, или придавило, или что-то оторвало, значит, все туда смотрят, прибегают смотреть. Как раньше смотрели на казни или сгоняли людей, чтобы они... А сейчас сгоняют к телевизору, чтобы он смотрел на казни бесконечные, которые происходят, так сказать, выдуманные даже казни, убийства, поножовщину и так далее и тому подобное. Поэтому не всякое времяпрепровождение около телевидения является свободным временем. Свободного времени очень мало, только то время, которое направлено на свободное всестороннее развитие, вот может быть, а свободное в том числе от вредных привычек, может быть названо свободным временем. И вот представьте себе, что свободное время, наконец, вместе с развитием производительных сил, с подъемом производительности труда, будет превышать рабочее время. Каков человек, будет зависеть не от того, чем он занимается вот в свое рабочее время, а будет зависеть прежде всего от того, чем он занимается в свободное время. Если в свободное время он играет на скрипке, то он скрипач, несмотря на то, что в рабочее время он занимается столярным делом. Ну, так и у Маяковского это изображено. Сидят папаши, бороды веником, землю попашут, попишут стихи. Если эти писания стихов у этих папаш будет занимать больше времени, чем то, что они будут заниматься пахотой, то они уже в этом смысле преодолели это вот различие между людьми физического и людьми умственного труда. И это дело действительно очень долгое. В свое время, еще при социализме в России и в СССР, существовала такая программа научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий. Она разрабатывалась
так сказать, при поддержке госстроя, госплана и отраслей на 20 лет. Но поскольку она разрабатывалась без привязки и увязки отраслей между собой, и почему-то она была закрытой, чтобы люди не узнали, как ее выполнить, как я понимаю, то для того, чтобы с ней ознакомиться, нужно было идти в отдел специального хранения библиотеки. Я вот в этом спецхране сидел и ее читал. И там и выяснил некоторые цифры, которые другие не знали, для них они были неизвестными. А цифры такие, что времени свободного у работников в России, в СССР было, ну, где-то около 2 часов в день. А у женщин намного меньше этого времени, чем у мужчин. И если мы возьмем, скажем, положение женщин в материальном производстве примерно 50% мужчин, 50% женщин. А если вы возьмете КПСС, то есть управляющую, руководящую силу, 11% женщин в КПСС. То есть как только вот асфальт делать, дороги ремонтировать, тут равенство. Как только управлять, так мы наблюдаем совсем другую пропорцию. Поэтому это вот серьезный очень вопрос. Вопрос о том, а что значит вообще уничтожение классов. И пока классы не уничтожены, продолжается классовая борьба. А вот если идет классовая борьба, то тогда и встает вопрос о политике. Почему? А потому что политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти каким-то классом его интересов. Классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. Ну, понятное дело, что вот в этой классовой борьбе позиции разных классов не равны. Господствующий класс – это тот класс, который держит в руках государственную власть. Ему не нужно решать задачу завоевания государственной власти. Ему нужно решать задачу удержания государственной власти. Вот, скажем, на сегодняшний день в России современной у власти находится буржуазный класс. Он, как класс буржуазный, создал свои партии. На всякий случай создал много-много партий. Сейчас зарегистрировано больше 70 политических партий. Каждый из них может участвовать в выборах. И в основном эта партия представляет различные оттенки интересов одного и того же буржуазного класса. Среди них можно выделить 3 основные партии. Они находятся в парламенте, в федеральном собрании, и которые, они обеспечивают политическое господство буржуазного класса. Это «Единая Россия» – раз. Это «Справедливая Россия» – 2. И ЛДПР – 3. И вот кажется, что они вот бьются между собой на выборах. Кажется, что они сражаются, конкурируют, так сказать, между собой за, в борьбе за избирателя. Но на самом деле это 3 головы одного и того же класса. Скажем, «Единая Россия», она, так сказать, ну, можно сказать, ортодоксально буржуазная. «Справедливая Россия» любит поговорить о социализме, о социальном развитии. Но когда встает вопрос о каком-нибудь голосовании в парламенте, никто не может назвать тот случай, когда бы представители «Справедливой России» голосовали против проектов, которые предлагает «Единая Россия». Особенно шумной является кампания, которая собирается вокруг Жириновского, в либерально-демократическую партию ЛДПР России. Она якобы самостоятельная, она выступает, она, значит, в лице особенно своего лидера, так сказать, произносит всякие громкие лозунги иногда. Но вы можете назвать хоть один случай, чтобы ЛДПР, как партия, в парламенте выступила по какому-нибудь крупному вопросу, не пустяковому вопросу, а по крупному вопросу, против того проекта, который продвигает правящая партия, основная, «Единая Россия», или «Наш дом России», который был. Не найдете вы таких случаев. А вот если нужно взять и, так сказать, как сделал Жириновский, плеснуть воду из стакана Немцову в лицо, он может это сделать. А какая ответственность за то, что я плеснул
вам здесь сидящим в лицо воду из стакана. А никакой ответственности нет. Почему? Во-первых, потому что те люди, которые сидят в парламенте, у них парламентская неприкосновенность. Для того, чтобы привлечь к уголовной, например, ответственности, нужно для этого, чтобы парламент проголосовал на основании документов, представленных Генеральной прокуратурой, за то, чтобы снять парламентскую неприкосновенность. И если парламент не проголосует, а парламент очень неохотно снимает, это надо уж очень большие преступления совершить, и очень серьезные документы должна прокуратура представить, как она вот представила в отношении того, кто делал заказные убийства, там, Шевченко. А если нет таких документов, то и нет ответственности. Или, допустим, вы хотите меня привлечь к ответственности за то, что я плеснул воду из стакана. Я смотрю, вот вы слушали мою лекцию и побледнели. Думаю, сейчас у него закружится голова и упадет. И раз, и быстро ему плеснул в лицо. Он взял и подал на меня в суд. А я-то ведь просто спас его, можно сказать. А люди не знают своего счастья. То есть в такой вопрос или такой процесс он не имеет перспектив, как говорят. Потому что как вы докажете, что я... Это с умыслом делал. Не без умыслом делал. Смотрю, человек умирает. Но чтобы он не умер, я плеснул ему в лицо. И так далее. А по серьезному вопросу ЛДПР по какому-нибудь разошлась в Единой России? Скажите, пожалуйста, никогда. То есть это вот три головы. Этого змея, который держит в руках власть. А вот если вы возьмете Соединенные Штаты Америки, там так не принято, как на Руси, когда вы все время трех, это змей Горыныч о трех головах. Там о двух головах этот змей Горыныч. Там есть либо демократическая партия, либо республиканская. В чем отличие? Ну, исторически отличие в том, что демократическая партия родилась как партия рабовладельцев Юга. Это та партия, которая защищала рабовладение. И парадокс состоит в том, что вот в чертах лица нынешнего президента от демократической партии, партии Обамы, черты, так сказать, происхождения негритянского имеют место. Те черты, которые характерны для тех рабов, которых делали из негров в свое время рабовладельцы Юга. А республиканская партия была партией буржуазии Севера. Она выступала против рабовладения. Ее вот почему-то считают плохой. В этом смысле она... Может быть, она не такая уж и плохая. А в целом, ну, вам надоело голосовать за республиканскую партию, голосуйте за демократическую. Вам за демократическую надоело голосовать, голосуйте за республиканскую. Неважно, за какую партию из этих двух вы голосуете, и в том и в другом случае вы голосуете за что? За буржуазный класс, за буржуазную партию, за власть буржуазии. А это варианты, это не столь существенно. Для того, чтобы сохранить свою власть, а это вторая задача политическая, нужно удержать свое политическое господство. Поэтому партия, конечно, готовится к выборам обязательно. Она выборы сделала главным, так сказать, своим инструментом удержания власти. Почему? Ну вот, похоже, что люди, которые готовят выборы, они очень хорошо изучили исторический материализм. Потому что главная посылка исторического материализма состоит в том, что определяющим в человеческой истории является производство непосредственной жизни. И тот класс, который господствует в экономике, он господствует и в идеологии. И мысли господствующего класса являются господствующими мыслями в обществе. Значит, если у вас буржуазное общество, и если у власти буржуазия, то в обществе господствуют мысли буржуазные, в том числе в головах рабочих. А раз в большинстве голов буржуазные мысли, то мы можем предсказать, чем закончатся следующие выборы, которые еще не начались. Чем? Победой буржуазных партий. Потому что люди, если самые честные будут, если выборы, если честные, если нечестные, мы не знаем. Если нечестные, то и той же самой победой, то еще с некоторым усилением. А если честные, ну, если в большинстве голов буржуазные мысли, если идеология господствует буржуазная, а не буржуазная, там, пролетарская идеология является подчиненной, то какие мысли победят в итоге голосов? Какие депутаты пройдут? Те, которые представляют господствующие мысли, то есть буржуазные. И это правило без исключений.
ни разу, нигде, никогда, ни на каких парламентских выборах никогда не побеждали партии рабочего класса. Некоторые думают, что исключением были события в Чили. В Чили, как вы знаете, были две партии, которые можно было считать так или иначе представлявшими интересы рабочего класса. Одна из них была Компартия Чили Луиса Каравалана, а вторая – Социалистическая партия Чили, которую представлял Сальвадор Альенде. Вот я помню в нашем журнале «За рубежом», он такой в газетном виде был, такой широкий, большой, но с красным цветом было написано «Социализм без диктатуры пролетариата». Вот, скажем, до Ленина еще была какая-то дискуссия, и можно еще было решать, это вот партия рабочая или не рабочая, если она без диктатуры пролетариата хочет обойтись. А после 2014 года, когда все, кто выступили против диктатуры пролетариата, участвовали и поддержали свою буржуазию в империалистической войне, в бойне против народов, против рабочего класса соответствующих европейских народов, после 2014 года те люди, которые выступают против диктатуры, это враги социализма, враги коммунизма, враги трудящихся. И вот этот самый Альенде получил вместе со своей партией большинство голосов. Что это означало? Пришел он к власти или нет? Нет. Потому что власть не сводится только к парламенту. Власть, как известно, государственная. Государственная машина включает в себя, во-первых, армию. А армия была в руках не у Альенде, а у кого? У Пиночета. Она включает в себя корпус карабинеров, который тоже был не в руках у Альенде. Она включает в себя суды, прокуратуру и все, так сказать, органы принуждения, какие только есть. И общий аппарат. Поэтому пока Альенде вместе со своей социалистической партией доводил до конца буржуазную революцию, то есть что делал? Забирал у помещиков землю, отдавал ее крестьянам. А это задача, которая укладывается в рамки буржуазной революции, никоим образом не является задачей социалистической, никоим образом это буржуазная задача, но она выглядела так, что прям вот, понимаешь, какой я он социалист. А ничего такого социалистического в этом нет. Эту задачу решает капитализм. Капитализм отбирает у помещиков землю, правильно? И это вот задача, которая решалась и в России в буржуазной революции, частично а ее решала и решила буржуазия, которая добилась от царя освобождения крестьян. А освобождение это оказалось условным, потому что их освободили без земли, то есть дали, оставили столько земли, что они не могут вести хозяйственный оборот и должны идти на поклон к тем же самым помещикам, для того, чтобы, которые стали землевладельцами, для того, чтобы иметь возможность иметь выгон, иметь достаточное количество пахотной земли, чтобы прожить, чтобы ходить в лес и так далее. И помещик, естественно, требовал за это работать на него, уже как бы не на барщине, а просто за отработку. Я вам землю, вы на меня работаете. Я вам во временной пользе, вы временно работаете. Но поскольку вам постоянно нужно жить, вы постоянно будете на меня работать. Ничего социалистического в этом нет. Как только Альенде со своей партией закончил эту буржуазную революцию, то есть передали, уничтожили помещичье латифундии, передали землю в частную собственность. После этого пришел Пиночет и дал по шапке этому самому Альенде. И Альенде, который не вооружил рабочих, как должен был сделать каждый представитель соответствующего революционного класса, он с этим автоматом один стоял в президентском дворце. И он является виновником того, что там были расстреляны и замучены рабочие, которые участвовали вот в борьбе против фашистской клики Пиночет. И надолго, так сказать, там воцарился фашизм в Чили. А фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала. Вот задача поэтому удержания власти, она решается с помощью выборов, в общем, элементарно. Надо только этим заниматься.
А для этого у буржуазных партий все есть. В том числе специально выделяются средства на решение этой задачи. Как это делается в сегодняшней России? В сегодняшней России, согласно закону о политических партиях, каждой партии, которая находится в парламенте, ей дозволяется не собирать подписи за новых кандидатов на следующих выборах, она прямо может без сбора подписей сразу выдвигать своих кандидатов. Это раз. То есть вот только те партии, которые в парламенте находятся, это значит «Единая Россия», «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ», они могут спокойно, сразу, без сбора подписей выдвигать своих кандидатов. Все остальные должны бегать и собирать подписи, и времени выделяется на это так мало, а подписи нужно собрать так много, что практически эту задачу решить нереально, если у вас нет миллиарда. А если у вас есть миллиард, как у Прохорова, то эту задачу можно решить элементарно. Приходишь в университет, говоришь, даешь каждому студенту по несколько тысяч рублей, и говорю, то получишь эти деньги ты тогда, когда соберешь вот столько-то подписей у станции метро. Распределил эти станции метро, или выделили на эту операцию 15 миллионов рублей, 5 миллионов получает тот, кто руководит всем этим процессом в городе, еще 5 миллионов, те, которые кусты, занимаются определенными кустами, эти станции метро, и еще 5 миллионов тех, кто непосредственно будет стоять и, так сказать, записывать. Вот и 15 миллионов выделил, и у тебя в подписи в кармане. Он собрал, который Прохоров, нет, его недавно никто не знал как политика, а теперь вдруг узнали. Вот за него подписи уже собрали. А товарищ Явлинский, который давно выступает, так сказать, в политической жизни, и который в политической жизни известен, между прочим, как разрушитель всего того, что было создано в России за период социализма. Разрушители заводов и фабрик, и сельского хозяйства, и так далее. И вот, а он не мог собрать. А потому что не успеть, и денег мало у него на сегодняшний день. Все. Так вот, кроме того, все партии, которые находятся в Федеральном собрании в России, по закону, за каждого избирателя, который за них проголосовал, получают 50 рублей. Вот считайте. Если, скажем, за кандидатов КПРФ проголосовало 1 000 000 избирателей, сколько миллионов попадет в копилку политической партии, Коммунистической партии Российской Федерации? 50 миллионов. 50 миллионов на дороге не валяется. Значит, если в это время были не только, в этом году не только парламентские выборы, но и выборы президента, и на этих выборах президента за кандидатуру, которую выдвинул, скажем, представитель КПРФ, проголосовала. Ведь КПРФ, наверное, по идее должна бы советскую власть создавать, если она коммунистическая. Но она же, сказать, она же участвует в выборах президента, а президент – это заведомо, сказать, устройство предполагает государственное другое, а не советское. И вот, значит, на этих выборах она, допустим, 2 миллиона подписей собрала. Сколько миллионов получит КПРФ? Уже 100 миллионов. И тогда эти выборы означают накопление денег на следующие выборы. А остальные, там их не с числа, больше 70 партий, могут бегать, собирать подписи, требовать более честных там и более справедливых выборов. А уже все предрешено. А политика, как я уже сказал, это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. То есть у правящей партии или у класса, который является господствующим, задача завоевания власти решена, он поэтому легко решает задачу осуществления государственной власти и удержания. Удержание и осуществление. А у того класса, который является оппозиционным, у него нет задачи осуществления государственной власти и удержания. Нечего удерживать, поскольку нет власти. И нечего осуществлять, поскольку нет власти. Перед ним стоит только одна задача пока. Завоевание, непосредственная задача завоевания государственной власти. Если он хочет завоевать ту власть, которая есть, или, как говорят, хочет взять власть,
Вот если я возьму ту власть, которая есть, так, та, которая есть, буржуазная, то если этот оппозиционный класс берет эту власть, он становится из оппозиционного не оппозиционным, а таким же самым. И вот Маркс и Энгельс в свое время писали, что недостаточно просто взять в руки этот государственный аппарат, который был, и пустить его в ход для других целей. Он не пригоден для других целей. Этот старый государственный аппарат должен быть сломан, разбит. И, так сказать, вот это Маркс и Энгельс считали своим выдающимся открытием, что нельзя просто взять, захватить государственный аппарат старый и пустить его для других целей. Нужно создавать новый государственный аппарат. А как создавать? Ну, это вот дело, как говорится, революционного творчества. И в этом смысле величайшее открытие было сделано российским рабочим классом, который еще в 1905 году в Иваново-Вознесенске создал советы первые. А советы – это органы, которые не через территориальные округа формируются, а которые формируются по представительству от заводов, от стачечных комитетов. И вот эти органы, которые представляли стачечные комитеты самых разных заводов, они могут составить альтернативу той парламентской власти, которая осуществляет диктатуру буржуазии. Эти советы были более чем в 11 городах. Потом, в связи с тем, что, так сказать, вооруженное восстание в Москве было подавлено, в связи с тем, что силы были неравны, и в связи с тем, что вообще самого такая трудная задача в один раз не берется, не решается, они, эти советы, как бы исчезли, растворились, и как грибы возродились снова в 1917 году. И в 1917 году, в отличие от ситуации в Германии, в которой аналогичный процесс шел, и советы там даже были созданы, и съезд советов там даже был создан в Германии, но съезд советов принял решение, в отличие от российского съезда советов второго, передать власть вот избранному парламенту, народным представителям. А у нас в России тоже происходили выборы в такой парламент. Это назывались выборы. Это выборы были в учредительное собрание. В учредительное собрание избрали, и, например, представители рабочего класса, то есть большевики, то есть представители самой революционной части и самой передовой части общества, имели только 1/3. А дальше кадеты, меньшевики, эсеры и так далее. Если бы большевики пошли по этой линии, то они бы оказались в ловушке вот этого самого парламентского кретинизма. И не случайно и Маркс, и Энгельс, и Ленин говорили, что это вот парламентский кретинизм, думать, что величайшие вопросы жизни народов решаются в парламентах, голосование билетиками. Они никогда не решаются в парламентах. Парламенты никогда ни один серьезный вопрос не решили. Все серьезные вопросы решаются острейшей классовой борьбой. И так и было в России. Большевики не отказывались от того, чтобы созвать учредительное собрание. Более того, вот посмотрите, сколько времени сидело временное правительство, эсеро-меньшевистское. Оно и не собрало так учредительное собрание. Хотя это был общий лозунг всех антицаристских, антимонархических партий. Созыв учредительного собрания. И только большевики его созвали. А никто другой не собирал, никто не мешал правительству Керенского созывать учредительное собрание. Нет, оно занималось другим. Оно ввело смертную казнь и гнало людей на убой. На бесперспективную, так сказать, войну против представителей такого же класса, только другой национальности. Большевики же, продолжая участвовать в выборах в учредительное собрание, поддерживали советы, даже советы, которые в 17 году изначально появились, как эсеро-меньшевистские. Правильно? Кто был главой Петроградского совета изначально в 17 году? Изначально главой Петроградского совета был Керенский Александр Федорович. И вот в книге «140 бесед с Молотовым» Феликс Чуев приводит высказывание Молотова о том, что он как член русского бюро ЦК, то есть не заграничного бюро, в который входил и Ленин, а русского бюро ЦК, которое на местах действовало,
вместе со Шляпниковым, который тоже был членом Русского бюро ЦК. Вот, говорит, мы ходим по Петрограду, никак не можем понять, что-то происходит. Приходим к Алексею Максимовичу Горькову. Алексей Максимович открывает дверь и говорит: ну, вы что, ничего не знаете? Вы знаете, что у нас в Петрограде уже совет рабочих депутатов? А где он такой, спрашивает Молотов. А вот в Таврическом дворце. Пошли мы к Таврическому дворцу. Приходим, огни горят, охрана стоит. Мы говорим охране: что тут такое? Здесь Петроградский совет рабочих депутатов. А кто председатель? Керенский. Идите доложите ему, что пришли члены Русского бюро ЦК большевиков, ЦК РСДРП большевиков, Молотов и Шляпников. И вот Керенский вышел из президиума, подошел к ним и провел их и посадил в президиум. И вот по этому поводу, так сказать, несколько, так сказать, посомневавшись, Молотов пишет: надо было входить в совет, мы вошли в совет. И вот Молотов и Шляпников оказались в совете. А кто их туда привел? Кто выдвинул? За руку их туда привел Керенский. И, конечно, большевики в этих советах изначально оказались в меньшинстве. Ну и как по этому поводу относился в связи с этим к советам Ленин? Положительно. Он говорит: ну вот если будет власть у советов, то без вот такой острейшей борьбы, связанной с, так сказать, с такого рода, так сказать, действиями, которые были похожи на военные, там может структура советов поменяться и тем самым измениться характер власти. В советах. Потому что советы могут из органов диктатуры буржуазии превратиться в органы диктатуры пролетариата. А вот парламент никогда, никогда он не превратится в орган диктатуры пролетариата сам по себе, без внешнего воздействия. И вот, когда произошел Корниловский мятеж, и когда Временное правительство вынуждено было прибегнуть к помощи большевиков для того, чтобы спастись от Корниловского мятежа, который хотел уничтожить завоевание буржуазной революции. И тут вроде бы как представители различных партий, которые делали эту буржуазную революцию, соединились. И матросы с «Авроры» защищали Зимний дворец. И поскольку они защищали Зимний дворец, они, между прочим, хорошо знали, где там какие ходы и выходы. И поэтому к тому, что произошло в октябре, ноябре 17 года, были уже готовы. И вот когда большевики своей борьбой против Корнилова заработали у народа высокий авторитет, произошли перевыборы в советах. Почему легко провести перевыборы? Они же делаются очень просто. Представители одни меняются на других, и это решается собранием или конференцией того или иного завода, который направил таких представителей. Так вот, в войсках Северного фронта, в Москве и в Петрограде, советы стали большевистскими. У Ленина есть замечательная статья, которую я всем бы очень рекомендовал изучить, потому что это, по существу, ну, можно сказать, единственная статья, в которой специально разобран вопрос о переходе власти в России от буржуазного парламента к советам. И там подчеркивается, что, ну, конечно, когда у нас войска Северного фронта и советы в войсках Северного фронта стали большевистскими, солдатские советы, когда у нас стали большевистскими советы в Москве и Петрограде, сложилась такая ситуация, что такой образовался мощный кулак в городах крупнейших и авторитетнейших, и важнейших для страны, переход власти, в руки которого мог означать переход власти в целом во всей стране. И вот мы, руководствуясь тем, что деревня идет за городом и пойдет за городом, мы берем власть и с помощью этой власти привлекаем на свою сторону большинство народа. Нам, правда, говорили, что нет, вы давайте идите голосуйте,
и на выборах при господстве буржуазных определителей воли, при том, что господствует буржуазия, вы попробуете выиграть выборы? Это невозможно, мы это прекрасно понимали. При господстве буржуазии на выборах будет побеждать буржуазия. А мы берем власть, используем для того, чтобы заключить мир, раз, и тем самым привлечь на свою сторону избирателей. Б. Дать землю крестьянам. Реализовали большевики эсеровскую программу и разделили землю по едокам. Это не большевистская программа. Она говорит, вот большевики придут, отнять и разделить. Нет. Отнять и разделить – это программа эсеровская. Отнять и разделить по едокам. Большевики говорили, это приведет к тому, что снова будут бедняки, середняки и кулаки. Так и произошло к 28 году уже в России, в советской. И снова пришлось сделать революцию в деревне, уже социалистическую, которая привела к созданию колхозов, совхозов. И после этого уже можно было сказать, что революция закончилась в этом смысле, и что состоялся переход к социализму. А пока этого не было сделано, в городе был социализм, а в деревне капитализм. И вот мы ведем рабочий контроль, и тем самым рабочие получат контроль над фабриками и заводами. Уже нельзя будет их так эксплуатировать. То есть мы привлечем на свою сторону народ, большинство народа с помощью государственной власти. Это, говорит, не равнодействующее голосование, а это орудие, которым нужно пользоваться для привлечения на свою сторону большинства народа. А как у нас в России решился вопрос об уничтожении старого буржуазного государственного аппарата, который нельзя просто пустить в ход для противоположных целей, а требуется создавать новый государственный аппарат. Ну вот советская власть представляла тот идеальный государственный аппарат, который, как потом писал Ленин в очередных задачах советской власти, и как он говорил в этом в речи на Первом съезде Коминтерна, что это организационная форма диктатуры пролетариата. И никто не ходил и не ломал старый буржуазный государственный аппарат. Из него изымались наиболее ценные специалисты, и эти ценные специалисты были использованы в аппарате советской власти. Это были буржуазные спецы. Буржуазные, потому что их мировоззрение буржуазное. Но спецы, они есть спецы. Буржуазные военные, которые, так сказать, вовсе не идейные союзники большевиков, а они специалисты по проведению военных операций. Поэтому институт комиссаров был, значит, контроль за буржуазными специалистами был, но большевики вобрали в Красную армию более крупных специалистов, чем белогвардейцы. Белогвардейцы не могли набрать себе таких специалистов. Почему? Потому что царские офицеры и генералы, наиболее честные и наиболее грамотные, и наиболее подготовленные, они рассуждали так, что мы вне политики, мы специалисты военного дела, мы служим российскому правительству. В России только одно правительство российское, все остальные на Антанту работают, поэтому мы туда не пойдем. А сюда мы бы тоже не хотели идти, но кушать нечего, мы поэтому, значит, как люди, которые должны еще, между прочим, и кушать, пойдем к тем, кто нам заплатит деньги. И пошли работать на большевиков. И последующие вот исследования показывают, что наиболее ценные, наиболее квалифицированные военные кадры были у большевиков. И Красная армия. Красная армия. Благодаря вот той политике, которую проводили большевики, потому что они привлекали на свою сторону крестьян, а крестьяне составляли основную массу и Красной армии, и Белой армии, потому что и белогвардейцы проводили мобилизацию, и Красная армия проводила мобилизацию, и поэтому и там большинство составляли крестьяне. Но Деникин, который чуть было не дошел до Москвы, шел и вешал крестьян и возвращал землю помещикам. И это привело к тому, что он очень сильно помог Красной армии. Очень сильно. Это привело к тому, что крестьянин, которому очень не нравился большевик, потому что большевик проводил продразверстку в военное время, очень был жестким,
Но этот-то вообще невозможно какой. Этот отбирает землю, а это самое главное для крестьянина, и вешает еще крестьян. И крестьянин и в Красной армии, и в Белой армии повернул против белогвардейцев. И поэтому по-другому стали воевать крестьяне, так сказать, в Белой армии, и по-другому стали воевать крестьяне в Красной армии. Все крестьяне стали защищать по существу ту программу, которую осуществляли большевики. Осуществляли они эсеровскую программу, разделили землю по едокам. И с помощью государства получилось так, что вот гражданская война, она проверила, на чьей стороне большинство народа. А против большинства народа не удалось, то есть, как выступить с победой. Победы никакого у белогвардейцев не получилось, хотя, безусловно, там были люди и образованные, и знающие, и специалисты, и какие только угодно. Но победили большевики. И подтвердилось то, о чем писал Ленин. В политике речь идет не о голосовании билетиками, а в политике все крупные вопросы из жизни народов решаются классовой борьбой. И политика, еще раз я повторяю, и это мы должны закрепить, и это результат вот сегодняшней лекции, которую мы должны усвоить, что политика – это классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти. И всякого рода вот эти досужие рассуждения, что это политика – грязное дело. Для одних это грязное, для тех, кто защищает интересы реакционного класса – это грязное дело. Для тех, кто защищает интересы прогрессивного класса, революционного класса – это чистое дело. А для тех, кто ходит по баррикаде – это дело очень опасное, потому что если вы не становитесь на эту сторону или на ту сторону, то вы проложили свою тропинку политическую, так сказать, на линии огня между одним классом и другим классом, между прогрессивным и реакционным, и вас стреляют с той и с другой стороны. Поэтому, как говорил Ленин, в такие периоды надо встать либо на ту или на другую сторону, иначе вас и забьют, и убьют. Поэтому все эти теории нейтральности в политике – это пустые. А кто думает, что он вообще от политики может спастись или удержаться, тот просто наивный человек. Если вы не будете заниматься политикой, то политика будет заниматься вами. И она пришла уже давно в каждый дом. Потому что вы не можете спастись от роста цен, вы не можете спастись от роста тарифов, потому что это ведь политически решается. Вы не можете спастись от того, что вы получаете вдруг платную медицину, платное образование и так далее. Это все решается на политическом уровне. Поздно уже спохватываться тогда, когда поезд уже ушел. Потому что политика, она вырабатывается заранее. И интересы соответствующего класса формулируются сначала политически, потом они выражаются уже экономически, и поздно уже сражаться. Поэтому тот, кто не хочет заниматься политикой, он становится жертвой политики. И он становится щепкой, которую борющиеся стороны отбрасывают в сторону и которую топчут и те, и другие. Поэтому тот, кто не хочет быть просто вот такой щепкой, и которую политические волны просто выбросят куда-нибудь, так сказать, на берег и разобьют о скалы, вот он для этого должен заниматься политикой. Такой, которая вытекает из его понимание хода классовой борьбы. И мы с вами знаем, что прогрессивными борцами за интересы передового класса могут оказаться и члены реакционного класса. Самый большой пример, на котором я и закончу, это пример с декабристов. Декабристы выражали не интересы феодального класса, а интересы буржуазного класса, прогрессивного класса своей эпохи. И они пошли на смерть, на гибель за эти самые интересы, будучи не самыми худшими представителями класса дворян. Это вот яркий пример того, что вот принадлежность непосредственно к классу еще не означает, за каких политических позициях вы будете стоять. Человек может встать на позиции другого класса или стать таким же последовательным представителем, как, например, Маркс, Энгельс и Ленин, не принадлежа к рабочему классу, оказались представителями рабочего класса. Спасибо за внимание.